Головушка болит. Поводка болит. Мне тоже на грибает, но все хорошо. Бася, сиди, я нервничаю. Алло. Иди Масику. А это с чего стула? Чтобы он не прыгнул, котик. Освободи истеричке место. Это же истеричка. Теперь надо две коробки у нас дома, чтобы было. У нас есть маленькая истеричка черно-белая. А это кто там сбоку? Диван. Блять, застрелил меня. Пиздюк. Увидишь, ты коробку кота забрала, сада. Да ты уже вычесала, пипец. Котик вообще на себя не похож. Он проверяет, точно ли не трогаешь. Точно, вообще. Руки положили, все ножницы, все чухалки. Все. Алла. Он его не видит, Димасио. Не, Димасио его не видит. Не-не-не, я смотрю на Димасио. Димасио влетает. Что, Димасио его не наблюдает, да? Пс. Нытик. Что такое?
Только нашел рогатку. Увидел мышь. Сейчас будет нападение. Смотри. Так мышь. И мышь на него не смотрит. Бася. Бася. Мышь заподозрила. Неладное. Где Мася, прячься. Ну блин, Демастиан, он его тут нет, он убежал. Чё ты не остановила раньше? Блять, моя коробка теперь. Все? Не, надо еще одну коробку купить, походу. Это будет удар ниже пояса. Замешательство. Это маленькое. В ней не поваляешься. Холодно. Поставь чайничек уж. Блад. Я только рогатку взял, пошел. Даже не слышно, как он подошел, тварь. Thank you.